В минувшее воскресенье в Якутии отметили День отца. Мирнинцы решили выявить лучшего главу семейства на соревнованиях. Об этом в сюжете далее. В состязании приняли участие 12 команд из Мирного, Алмазного, Тасюряха и Арылаха. В состав команды два человека – глава семейства и его сын. Вначале конкурсанты рассказывали о своих семьях, показали свои творческие способности. Я вот очень благодарен организаторам данного мероприятия, что проводят данные мероприятия в таком виде, что я вот могу своих сыновей приобщить к спорту, здоровому образу жизни. Спортивная часть эстафеты прошла, как всегда, весело и задором. Участники прыгали в длину, кидали в мишень мячи, боролись за лучшее время. Едва спортсмены успели отдышаться, началась интеллектуальная часть конкурса. Она состояла из загадок, вопросов по истории Якутии. Их подготовили представители городской библиотеки. Прекрасная половина семейства – мамы, дочери и даже бабушки – хоть и не могли в этот раз лично выйти к стартовой линии, с азартом поддерживали своих мужчин аплодисментами и словами поддержки. Мы болеем за семью Федоровых, мы приехали из Арылаха. Я очень болею за папу и за своего младшего брата и желаю им счастья и победы. Мы пришли поболеть за команду «Дружба», школа-интернат. Мы ждем от этих игр удовольствия, главное – победа. Мы сегодня пришли в субботнее раннее утро поучаствовать в соревнованиях и поболеть за нашу семью. Хорошее событие, мероприятие. Всех отцов поздравляем с Днем Отца. Организаторы праздника – районная администрация. По их мнению, такие состязания не только укрепляют дух, но и сплачивают семью. По итогам соревнований первое место в районно-спортивно-интеллектуальной эстафете «Отец и сын» заняла команда Петровых, село Тасюрях. Вторыми стали отец и сын Шангидаевы, город Мирный. Третье место досталось команде Никитины, город Мирный. Все участники соревнований получили дипломы и памятные подарки. Злата Курбанова, Тимур Шерыжик, телеканал «Алмазный край».